Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале магазина Улей. Меня зовут Александр. В этом видео не будет обзора товара, не будет полезных советов и отзывов. Это видеоанонс предстоящего мероприятия Международного конгресса пчеловодства «Апимондия 2017». В этом году «Апимондия» пройдет в Турции, в Стамбуле с 29 сентября по 4 октября. Мы тоже посетим этот конгресс и постараемся вам максимально передать атмосферу этого события. На «Апимондию» съезжаются пчеловоды со всего мира. Будет очень много конференций, посвященных развитию пчеловодства и апитерапии, а также будет производители инвентаря и оборудования для пчеловодства со всего мира. Мы постараемся обойти каждый стенд и выставочный павильон, и про все самое интересное расскажем в наших видео. За всеми событиями вы сможете следить онлайн через наш инстаграм. В инстаграме вы сможете нас найти под этим именем, или перейдя по ссылке под этим видео. Все онлайн-трансляции в инстаграм запланированы на 30 сентября, так что не забудьте подписаться на нашу страницу, чтобы не пропустить самое интересное. На YouTube-канале Улей тоже выложим видео с Апимондии. Видео будет очень много, так что, думаю, будет несколько частей. Также хочу поделиться бюджетом нашей поездки. Мы вылетаем из Харькова, билеты на самолет мы заказывали на Tickets.ua. Это не реклама, просто реально у ребят самый удобный и понятный сайт. Вот. Билет на одного человека в одну сторону при бронировании за 2 месяца обошелся 845 гривен. То есть туда и обратно 1690 гривен получилось. Гостиницу мы бронировали через сервис Booking. 2 двухместных номера для 4 человек на 2 ночи нам обошлись 156 евро. Это приблизительно 4700 гривен. Соответственно, на 1 человека на 2 ночи это приблизительно получается 1170 гривен. 1170. Гостиница у нас будет в 300 метрах от конгресс-центра, где будет проходить конгресс. Соответственно, тратиться на проезд мы не будем. В общем, одному человеку посетить Стамбул на 2 дня обошлось приблизительно 2860 гривен. Мы также планируем посетить не только Апимонди, но еще и погулять по Стамбулу. Будем снимать очень много видео, так что следите за обновлениями на нашем канале, в соцсетях и в Инстаграм. С вами был Александр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорой встречи. Пока!